Всем привет! Сегодня пятница, а значит самое время для свежего выпуска Warblog. Погнали! Событие Киви завершилось, но, как мы и обещали, люди, которые принимали в нем участие, смогут продолжить собирать классные пушки, а именно Крис Супер Ви Кастом или Ак Альфа. Все подробности, как всегда, опубликованы на официальном сайте Warface, а нужная ссылка в описании. В одном из ближайших обновлений Warface появится новый дробовик Ускон. Он отличается полностью автоматической стрельбой и высокой скорострельностью, так что вы будете представлять с ним угрозу сразу для группы противников на ближней дистанции. Также это оружие обладает классным футуристичным дизайном, поэтому наверняка понравится коллекционерам оружия. Будет как простая, так и золотая версия, а все подробности на официальном сайте Warface. В игровом магазине впервые появилась штурмовая винтовка H-Car. Ее можно получить из коробок удачи за кредиты или за короны. Также в игровой магазин на короткое время вернулись пистолет-пулемет Microroni, винтовка Type 97 и снайперская винтовка Remington MSR. Если вы хотели получить одну из этих пушек, то не упускайте свою возможность, пока оружие есть в магазине. Ну а если вы не хотите открывать коробки удачи, то сейчас в прямой продаже появилась штурмовая винтовка ACR, причем как обычная, так и золотая версия. Все подробности на официальном сайте Warface. Продолжается 14 сезон Open Cup. Битв проходит много, и они очень напряженные, поэтому не пропускайте официальные трансляции, следить за ними по-настоящему интересно. Все нужные ссылки в описании к видео. На Xbox состоялся релиз Warface. Это отличный повод переиграть свою любимую игру на новой платформе. Кстати, для версии на Xbox есть уникальный контент. Например, только там сейчас доступна спецоперация «Опасный эксперимент». Как всегда, все нужные ссылки под видео. Ну и, конечно же, я не могу вас отпустить без информации о конкурсах, которые проходят в наших социальных сетях. Как всегда, призы очень классные, а условия простые. Возможно, победишь именно ты, поэтому прямо сейчас принимай в них участие. Нужные ссылки под видео. На этом у меня все. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на нашу официальную группу ВКонтакте, а также YouTube-канал. Увидимся в следующих выпусках Warblog. Пока!